создадим на холсте воздушную среду. У меня достаточно бледная королевская голубая с таким портретиком. Мне с такой удобнее. Троим вдаль моря. Унаряднем. По вот такой траектории. Показать идею вот этой освещенности. Уползающий. Чтобы линия не была однообразной, а где-то она напряглась. И вот они уже приземлили. Пинки-бегематика, торчащего из воды. По траектории закругления, поэтому их надо, конечно, выучить. Ультрамарин плюс розовый. Они будут вот такими, чуть-чуть темненькой. Смотришь, смотришь, вдруг, ой, чаечки.